Малыши, малышки целый день играли. Малыши, малышки к вечеру устали. С мамой пошептушки, книжки убираем. Подождут игрушки. Мягкие кроватки ждут уже детишек, неженок, девчонок, шустриков, мальчишек. С мамой пошептушки глазки закрываем. Сон приснится сладкий. Баю-баю-баю. Привет, мальчики! Добрый вечер, ребята! Таня, Даша, это вам! Опять молоко! Но мы же его вчера пили! Сегодня не будем! Как это не будете? Вчера вы пили молоко обычным способом, а сегодня будете пить необычным, из трубочек! Что, как коктейль? Да, вы потихоньку пейте и мне помогайте. Я хочу показать вам, как из этих трубочек сделать удивительную поделку. Сначала мы разрежем трубочки пополам. Помогай. Даш, дай мне, пожалуйста, резиночки для волос. С их помощью мы соединим трубочки вместе. Как думаете, на что это похоже? На подзорную трубу? На самом деле это вазочка. А сейчас мы будем делать цветок. Таня, тебе я поручаю скатать из пластилина шарик. А с тобой, Даша, мы будем резать трубочки на небольшие части, примерно по 2 сантиметра. Это будут лепестки нашего цветочка. Теперь каждую такую деталь нужно надрезать с одной стороны, вот так. Ну да, достаточно. Чтобы лепестки получились красивее, можно даже вставлять одну детальку в другую. Теперь мы будем втыкать наши лепестки в пластилиновый шарик. Ну вот, теперь остается только вставить палочку и поставить наш цветочек в вазочку. Давай. Мне кажется, что наш цветок похож на одуванчик. Пусть украшает нашу комнату.
Ну и замечательно. Значит, сейчас можно смотреть мультфильм. Вот.
Сейчас всем мальчикам и девочкам пора спать. Ну а чего же вы грустите? Нам не хочется спать, а хочется рисовать. Завтра будет новый день. С утра проснетесь и будете рисовать сказочных героев. Спокойной ночи, мальчики. Спокойной ночи, девочки. Волшебных всем снов. Малыши, малышки, целый день играли. Малыши, малышки, к вечеру устали. С мамой пошептушки, книжки убираем. Подождут игрушки, баю, баю, баю. Мягкие кроватки ждут уже детишек, неженок, девчонок, шустриков, мальчишек. Мы пошептушки, глазки закрываем, сон приснится сладкий.